Всем привет! Сегодня я покажу, как легко нарисовать цветочки с помощью гель-краски без липкого слоя, либо арт-пасты. Главное условие, чтобы материал, который вы будете использовать, не растекался. Сначала необходимо нанести основной фон гель-лака. Каждый слой сушим в лампе, затем наносим топовое покрытие, снова сушим и снимаем липкий слой. Затем нужно зашлифовать поверхность, либо нанести матовый топ. Для росписи буду использовать арт-пасту от Impulse и самую маленькую плоскую кисть. На кисть набираем совсем немного материала и намечаем лепестки. Кисть должна оставлять прожилки. Если этого не происходит, то набирайте поменьше материала. Сушим в лампе. И теперь можно сделать еще один цветочек, который будет заходить на другие. Снова сушим. И теперь тонкой кистью рисуем форму лепестков и прожилки внутри. Когда все лепестки готовы, сушим в лампе. Золотой гель-краской без липкого слоя ставим серединки цветочков. И еще можно смешать эту же гель-краску с матовым топом и нанести небольшое количество между цветочками, а также растянуть цвет на границе цветков и фона. После этого сушим, и дизайн готов. Перекрывать ничем уже не нужно, если материалы, которые вы использовали, были без остаточной липкости. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых встреч!